В этом году в республике построят 2 новых молокозавода. В первом полугодии появится предприятие в Батыревском районе, которое будет перерабатывать 200 тонн молока в сутки, а осенью 2022 года откроется завод поменьше в Урмарском районе с объемом производства 10 тонн. Очень много сырого молока вывозится за пределы Чувашской республики. Задача переработать это молоко на нашей территории, чтобы оставить и добавочную стоимость, чтобы создать рабочие места. Также в этом году появятся новые формы поддержки. На обеспечение прироста объема сырого молока будут выделять субсидии в размере 80 копеек на 1 литр. Такая небольшая сумма позволит дополнительно переработать почти 19 тысяч тонн молока.